было зарегистрировано более 84 тысяч наблюдателей от общественных организаций, около 7 тысяч наблюдателей от кандидатов и около 3 тысяч международных наблюдателей. Міжнародне назирання допомагає висвітлити якість голосування. І я можу сказати, що присутність міжнародних назиральників завжди означається у справоздачах, що вона є таким фактором, який сприяє тому, що вибори навіть проходять більш прозрично і демократично, таким механізмом, який сприяє виконанню законодавства. Многие избиратели в силу того, что один из кандидатов проводил активно кампанию в Инстаграме и Телеграме и призывал к тому, чтобы избиратели делали селфи с избирательных участков, многие избиратели, не вдаваясь в подробности, какие именно селфи они могут делать с этих избирательных участков, делали селфи с бюллетенями, что и есть нарушение тайны голосования. Также выигравший кандидат в президенты сам нарушил эту процедуру, за что и понес административную ответственность.